Ребят, всем привет! С вами Квантум и Кратос, и сегодня открытие гидрокейсов. Ты всем чё? Здорово, чуваки! Охренел, что ли, молчать на моих подписчиков? Вот это эпик, пообщались, вот это открытие, вот это всё. Космос просто. Так, короче, ребят, всем здорово, мы сегодня открываем опять кейсики, и нам выпадает синего. Трафарет нам выпадает синего цвета, и, ребят, что же, на этом все. Всем спасибо за просмотр, с вами был Квантум и Кратос, подписывайтесь на наши каналы, все ссылки будут в описании, и не прощаюсь. Пока-пока. А, поверили? Вот и все, открываем еще кейсы. Расходиться не собрались. Так, открываем еще гидрокейсы, и что же нам выпадет? Ну, смотри, пролетает розовая, Ну все, понятно, гомосек, дровосек нам выпадает. Это я подкрутил. Что-то ты хреновый подкрутчик какой-то, он не стоит 3000. Он стоит 3000. Вот смотри, сейчас подкручу. Вселенной стоит 3000, Антон, смотри, объясни, пожалуйста. Я подкрутил тебе, смотри. Оп! Ты что, лучше не можешь подкрутить или статрек калька? А это как бы... Да. Хорошо, открываем последний гидроключ, Антон плохой подкрутчик. Вообще просто ты неудачник, не получилось у нас ничего. И, блин, ожидал нож. Ножа не приехала, он опять P2000 дровосек. Вариант такой, что вариантов нет. Ты просто плохой проситель. Я хорошо тебя попросил, иди нафиг. По-другому не умею. Ладно, ребята, мы продолжаем. И сегодня мы играем на сайте csgohouse.org. Это тот самый сайт, где есть наше любимое минное поле, то бишь Tetris режим, где со 100 рублей можно выбить ножик. Сейчас я все вам покажу и расскажу. Ну, в принципе, кто не знает, не видел. В прошлой серии, кстати, мы как раз таки выбили целых 2 крутых скина. Это реально очень круто, ребята. Да, смотри, так, с чего начнем? Давай начнем, ладно, пойдем сразу на Crazy Mode. Ребят, Crazy Mode — это тот самый режим, где можно за 100 рублей выбить себе нож. Сейчас покажу, это работает. Смотрите, допустим, ставим 100 рябчиков вот так вот, ой, это 1000, 100 рублей, и выбирай слот, Антон, давай, ячейку давай выбирай, и погнали. Самую верхнюю выбирай. Так. Я просто хотел сделать красиво. Я люблю, когда красиво. Как мы делаем, да, перфекционист. Блин, почти, что перфекционист во мне почти заликовал. Ладно, эта ставка по 100 рублей была. Мы пройдем, я чувствую, мы пройдем. Самый верхний сейчас. Тихо, давай, ну. Да, детка, получила, офигеть. Ребят, мы делали ставку в 100 рублей. Нам выпала золотая спираль. В две руки, две золотые спирали как раз. Сейчас еще в ногу выбьем золотую спираль. Давай увеличим градус накала страстей и поставим 500 рублей. Да, ребят, о, смотри, минное поле уменьшилось. Тут гораздо меньше слотов проходить. Только 5 вот этих вот ячеек надо пройти. И, в принципе, вы можете получить крутой нож. Так что давай. Давай, погнали, выбирай. Тут даже 100 рублей можно получить крутой нож. Смотри, повезет. Самая средняя. Мудила. Самая верхняя. Мудила. Самая средняя. Мудила! Вот ты подосрал, конечно, по-королевски. Сам ты катила. Ты катила, как это на Годзилла. О, катила. Короче, я лучше сам выберу слоты, потому что... Ой, ну ты молодец. Я все понял. Нужно собраться. Это самое главное, потому что... Соберись, тряпка! Я ж тебя соберу, тряпка, ведро тебя, понял? Закину. Какой слот? Выбирай. Ячейку выбирай. Нет, сам. Есть! Что? Синий дробовик за 1700 рублей? За 1700? Что это такое? Ребята, напишите в комментах, что это, почему он так дорого стоит? Какого фига дробовик синего цвета, синего, стоит 1700 рублей? Это ж какой он редкий, что он столько стоит. Ладно, давай сейчас я сам пройду все. Окей, я понял. Так, аккуратненько. Опасно. Последний. Опасно. Нож выпал за 2231. Охренеть. Ребята, ставка была в 500 рублей. С 500 рублей мы подняли нож за 2231. Ну, в принципе, нож такой качество ширп относительно. Хоть он и красный, но он такой себе. Не очень выглядит. Так, пойдем на Tetris Normal и попытаемся наши 1700 рублей приумножить в реально большие деньги, Антон. Я ставлю полностью всю сумму и выбираю ячейку. Цены круто, ты шо? Давай. Вообще пиздец. Давай это среднее. Сам дальше идем, Дима, не послушал, сам иди. Мы можем 2380 забрать уже, Антон. Свобода с самого конца дойти, Данюш. Ох, как это было больно, я так и знал. Мы могли забрать 3000, блин.
Ты сейчас как мой кот мудак делаешь, который на шкаф ночью залазит и орет оттуда, его потом не согнать. Ты такой ложишься сыпать, такой там оттуда орет. Вот ты сейчас так. Все, вывести вещи. Два новых ствола, вернее, два новых скина. Один ножичек, один дробовик. Офигеть, просто дробовиком можно бегать. Это эксклюзив, ребят, синего цвета и так дорого стоит. Так, а ножичек прилетает, принимаем ножичек и забираем его. Ножик, хуёжик. Отлично, у меня еще такой переход прям по твой звук падающего стакана. Прям озвучил монтажик эмолджи, блин. Так, теперь у нас дробовичок на очереди, который коллекционный. И он тоже теперь будет наш. Ребят, серьезно, дробовик за 1700 рублей. Такого я еще реально не видел. Это очень и очень круто. Прям не, без странный вас скин какой-то. Так ты просто нажал бы на стрелочку, посмотрел цену его. Ну, мы сейчас в стиме посмотрим, сколько он стоит. Ребят, ну что же, на этом все. С вами был Квантум и Кратос. Играли мы на сайте csgohouse.org. Заходите, играйте, выигрывайте. Все ссылки в описании. И до скорых встреч. Пока-пока.